Ровно год назад азербайджанская армия освободила ряд сел Зангеланского, Джабраильского и Губадлинского районов от армянской оккупации. Радостную весть в обращении к народу сообщил президент страны, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Тогда же первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Инстаграм. «Каждая новая победа одерживается благодаря героизму, отваге, мужеству, доблести и стойкости наших солдат», отметила в публикации Мехрибан Алиева, выражая благодарность отважным сынам Азербайджана. Тем временем официальный Ереван продолжил нарушать гуманитарный режим прекращения огня. Так, совершая военные преступления, в этот день с территории Армении обстрел подверглись Товузский, Гидабекский и Дашкесанский районы Азербайджана.